произошел из-за того, что где-то есть потери в водонесущих сетях. Сейчас с утра были обследования различные службы инфо, горканализация, городские дороги, теплосети, то есть были практически все. Сейчас мы определяем, что произошло, куда произошло, понятно, это мы видим все. Но теперь нужно понять, что произошло, для того, чтобы устранить причину этого процесса, причину выноса грунта. Потом, после устранения причины, будет произведена тампонация, будет произведено восстановление дорожного покрытия до нормального состояния. Вынос грунта произошел в катакомбе. Там, где строятся жилые дома, катакомбы в основном затампонированы. Поэтому сказать, что произошло и почему туда вынесло грунт, пока не было.